Сладкое лакомство из Польши, вес 300 грамм, упаковка картонная, а потом пластиковая, матово частично прозрачная. Состав более-менее адекватен, но они являются весьма калорийными, поэтому есть их каждый день точно вам не советую. Состав адекватен, цена где-то в пределах 90-150 рублей за пачку будет. Магазины покупки — это обычные супермаркеты. Так, в принципе, рекомендую. Выглядят они как хлопья, овальной неровной формы, с кусочками арахиса, запахом меда и сладостью, в принципе, не приторной. А если добавить молоко, то становится вообще отлично все. Спасибо вам за внимание. Смотрите отзывы мои, подписывайтесь на мой канал. Ешьте вкусную и полезную еду. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Всем пока, ждите новые обзоры. Скоро очень.